10 августа на живописной территории Центра реабилитации в поселке санатория имени Герцена состоится благотворительный забег «Спорт во благо». В 9:30 начнется сбор участников. Регистрироваться необходимо заранее. Подробную информацию о забеге и других мероприятиях программы этого дня можно найти на сайте администрации Одинцовского городского округа или на странице проекта «Подмосковье за здоровье» ВКонтакте.